Да? Что вы ищете? Я нашла красивый шарик. Может, тут есть еще? Шарик, о, подари мне. Нет, он мой, я его нашла. О, хочешь, я тебе что-нибудь дам взамен из этой коробочки? О, я тоже принесу. Только сначала покажи, что у тебя в ней, Тро-Тро. Вот перо, которое я нашел. Какое яркое. Это конь. А ой, вот ракушка. Я нашел ее, когда был на море. А еще у меня есть 3 желудя. Мой свисток. Это чтобы ставить свечку. А вот мыло с запахом цветов. Вкусно пахнет. Подари мне, Тро-Тро. Мне так нравится запах. Нет, отдай мне, Зои, мое. Ну вот, Лили, меняю шарик на 3 желудя. Нет, желуди мне не нравятся. Нет, я хочу твой подсвечник. Подсвечник за какой-то шарик? Это же нечестно. Подожди, я принесу еще что-нибудь. Что? Хочешь поменять свое мыло на что-нибудь? А, Тро-Тро? Что у нас тут? Вот. Могу дать тебе это. Это, ну что это? Это для волос. Но можно носить просто так. Тро-Тро, тебе очень идет. А, ты считаешь? Угу. Ну ладно, Зои, забирай. Ура, чудесненькое мыло. Смотри, что у меня есть. Очень красивый брелок с синим кроликом. Щеточка. И зеркало с украшениями. Меняю свое зеркальце на твою лягушку. Нет, Зои, этот подсвечник мой. Я первая его просила. Ой, хватит, вы же ее сломаете. Это правда, Зои, Лили первая. Вот, я дам тебе шарик и это. О, желтая машинка. А хочешь, я дам тебе зеркальце за ракушку? Согласен, Тро-Тро? Ладно, Зои. Меняться вещами весело. Готово, папа? Вот так, хорошо. Ой, чудесная елочка. Да, и она будет расти, как и ты. Папа, а можно ее украшать? Конечно, можно, Тро-Тро. Но я не знаю, куда мама делает ящик с игрушками. А когда она придет? Когда сделает покупки. А я пока пойду готовить ужин. Я же не могу ждать так долго. Вот тебе немного мишуры, елочка. Шарфиком тебе будет тепло. Ура! Мне нравится. Мамины бусики. Новогодние шары такие красивые. Из папиных галстуков выйдет мишура.
А вот и носки для подарков. Один мамин, один папин и один тро-тро. А это письмо. Вот и все. Чего-то не хватает. Звезды же! Уточка желтая, как звезда. И еще кое-что. Красота. Вот так, вот и мама. О! О! Какая красота! Да, очень славно. Да, это я ее сам украсил. Твоя елочка очень красивая, Тро-Тро. Как раз для Нового года. Так ее и оставим. Только Тедди возьмем, ведь ночью ему нужно спать с Тро-Тро. Сегодня я музыкант. Ну-ка, послушайте-ка, я буду играть на аккордеоне. До, ми, соль. Да, ура! Это просто. Сжимаем, тянем. Сжимаем, тянем. Ля-ля. Играть музыку весело. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Не уходите. Это еще не все. Та-ра-та-та! Труба – это здорово. Нужно дуть со всей силы. Еще сильнее. Вам понравилось? Спасибо, спасибо. Я устал играть, но мне хочется поиграть еще. Что же мне делать? Конечно! Отличная мысль! Спасибо! Ха, так будет даже громче! Ха-ха-ха. О, прекрасная кастрюля! Из нее выйдет барабан! Бум-бара-бум! 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 Бум-бада-бум, 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 бум-бум-бум. Эй, Тро-Тро. Я хорошо играю, а мама? Ты права, чего-то же не хватает. Ложки вместо палочек. Бум-бум, бум-бум-бум. Бум-бум, бум-бада-бум, бум-бада-бум. Бум-бада-бум, 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 бум-бада-бум. Молодец, Тро-Тро, ты настоящий барабанщик. Тро-Тро играет громче всех. Сегодня гулять нельзя. А дома так скучно. Чем бы заняться? Сыграть что-нибудь?
Нет, не сейчас. Сложить замок. Нет, это я делал вчера. Посмотреть книжки. Нет, мне не хочется. Я знаю, я хочу порисовать. Вот цветные карандаши. Вот кисточка. А вот краски. О, вот она, нашел. Надо налить в баночку водичку. Так, чтобы нарисовать снеговика. Сперва голова. Вот так. Теперь глаза. О, как красиво. Не забыть про уши. Какой симпатичный. А это нос. Ой, что я сделал? Нос слишком длинный. Что-то снеговик не получился. Ой, ха-ха, пятно посадил. Я забыл надеть фартук. Знаю, я сам все отмою. Потереть, и еще, и пятно исчезнет. Нет, оно стало еще больше, что мне теперь делать? Не такое уж страшное пятно, оно даже красивое, и футболка стала ярче. Как будто солнышко. А может быть тигр? Я придумал, я ее раскрашу. Сделаем уши побольше. Тут будут глаза. А еще полоски. Чуть не забыл про нос. Теперь усы. И главное, зубы. О, моя лучшая картина. Покажу ее маме и папе. Им понравится. Папа, 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 посмотри на футболку. О, вот это тигр, Тро-Тро. Ты нарисовал это сам, Тро-Тро? Да, я сделала с пятна тигра. Да, ты молодец. А если вы посадите пятно, я сделаю из него жирафа. Доброе утро, мистер почтальон. У меня посылка для Тро-Тро. Посылка для меня. Скорей, дай мне, мама. Это от бабушки. Интересно, что там. О, мама, это змей. Я всегда хотел такой. Бабушка очень умная, она догадалась. Давай, мой змей, пора летать. Ну вот, что ты не летаешь? Папа, воздушный змей не летает. А ты пробовал поймать ветер? А, чтобы змей летал, нужен ветер? Конечно, да. Пойдем, я тебе покажу. Давай, беги, Тро-Тро, беги. Тяни веревку. Да, вот да, так. Мой змей летит. Если ты потянешь, он будет двигаться. А если увидишь, что он падает, нужно побежать, чтобы он летел дальше. Скорее беги! Не отпускай веревку! Сюда и сюда! Ой! Красивый змей, Тро-Тро! Да, очень! Мне прислала его бабушка. Ой! 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 Ничего страшного. На, Лили, беги против ветра. А когда я скажу, отпускай. Беги, Лили, отпускай.
Он слишком высоко. Позову папу. Скорей, скорей. О? О! Ура! Ура! Спасибо, папа. Поможешь запустить его? Ветер стих, Тро-Тро. Лучше иди поиграй с Лили дома. Да, сейчас я позову Тро-Тро. Тро-Тро, тебе звонит бабушка. Алло, бабушка, спасибо за змея, он замечательный. Только уж в следующий раз пришли к нему чуть-чуть ветра. Внимание, дамы и господа! Великий Тедди покажет свой номер на батуте! Молодец! Браво, Тедди! Тебе пора спать, Тро-Тро. Сейчас, мама. Можно я почитаю Тедди? Да, Тро-Тро. Тедди не заснет же, если ему не почитать. А ты умеешь читать? Конечно, умею. Не волнуйся, Тедди, читать легко. Чтобы читать, нужен вот такой голос. Далеко, далеко. Посреди Африки. Вообще-то я не умею читать. Но я знаю эту сказку. Я знаю, что там написано. Далеко-далеко. Посреди Африки. Зебра повстречала жирафа. Вот и все, конец сказки. Ты еще не спишь, Тедди? Значит, тебе понравилась сказка? Я же сказала, тебе пора спать, Тро-Тро. Хочешь, я тебе прочитаю сказку перед сном? Нету, мама, я ее уже читал. Давным-давно, во времена волшебницы фей. Ой, Тедди уже заснул. Ему не понравилась сказка. Ты читаешь хуже, чем я, мама. Это правда, ты читаешь лучше. Спокойной ночи, Тро-Тро. Добрых снов, Тедди. Надеюсь, Лили скоро придет. Привет, Тро-Тро! Входи, Лили. Я знаю, во что мы будем играть. Мы будем играть в прятки. И ты водишь первой. Считай до 10 и не подглядывай. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, хорошее место. 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать.
Я вижу твои уши. Ты за креслом. О, ну ладно, давай еще раз. Давай. 1, 2, 3. Здесь она меня не найдет. 8, 9, 10. Все, я иду искать. Я вижу твои ноги, Тро-Тро. Ты за занавеской. О, нет, еще раз, Лили. 1, 2, 3. Но здесь-то точно не найдет. Надо посмотреть здесь. Тро-Тро, вот ты где. Я опять вижу твои уши. Ты так хорошо играешь, Лили. Прошу, Лили, последний раз. Хорошо. 1, 2, 3. Нет, это слишком просто. Да, в шкафу. Где же он может быть? Я правда не знаю, куда он спрятался. Ну что ж, ничего. Значит, проиграю. Ура! Я выиграл! Я не вижу тебя, Тро-Тро, но я тебя слышу. Ты в шкафу. Да, поиграем в салки. Ладно, ой, ты водишь. Я тебя поймаю. Я кое-что придумал, это будет домик. Секретный домик, Тро-Тро. Сейчас мы с Тедди все здесь обустроим. Ля-ля-ля-ля-ля. Здесь здорово, правда ведь, Тедди? Лучший домик. Ты внутри, Тро-Тро? Да, видела мой домик, Лили. Он такой милый. В нем, наверное, так весело. Можно мне к вам? Ни в коем случае. Он и для двоих мал, а с тобой нас трое. Очень жаль. Пойду искать другой домик. Этот домик большой. Привет, сосед! Привет, соседка! Твой домик славный, но я люблю свой. Наш дом меньше, зато в нем весело, правда, Тедди? Тедди, ты где? Ай, ой, 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 о! Мой домик, он сломался. Приходи в мой, если хочешь, он большой. У меня идея. Помоги мне, Лили.
Посмотри, Лили, так домик еще красивее. Молодец, Тро-Тро. Смотри, в нем даже есть вход. Пойдем, Тедди. В этом домике хватит места всем. Готово, папа? Вот так, хорошо. Ой, чудесная елочка. Да, и она будет расти, как и ты. Папа, а можно ее украшать? Конечно, можно, Тро-Тро. Но я не знаю, куда мама делает ящик с игрушками. А когда она придет? Когда сделает покупки. А я пока пойду готовить ужин. Я же не могу ждать так долго. Вот тебе немного мишуры, елочка. Шарфиком тебе будет тепло. Ура! Мне нравится. Мамины бусики. Новогодние шары такие красивые. Из папиных галстуков выйдет мишура. А вот и носки для подарков. Один мамин, один папин и один Тро-Тро. А это письмо. Вот и все. Чего-то не хватает. Звезды же! Уточка желтая, как звезда. И еще кое-что. Красота. Вот так, вот и мама. Какая красота. Да, очень славно. Да, это я ее сам украсил. Твоя елочка очень красивая, Тро-Тро. Как раз для Нового года. Так ее и оставим. Только Тедди возьмем. Ведь ночью ему нужно спать с Тро-Тро. Ой, Тро-Тро, какой беспорядок! Это же мои игрушки. Но почему они разбросаны? Ты должен убрать их. Если хочешь, я помогу. Нет, я уберу все сам, раз ты просишь. Ой! Нет, вас я уберу позже. Ой, идея! Ха! На полке тоже не убрано. Ну вот. Еще осталось. Надо все разобрать. Эти на нижнюю полку.
это мои любимые. А другие немножко повыше. Я же их редко читаю. А вот это я очень люблю или не очень. О, не могу решить. Подумаю попозже. О, ужасный беспорядок. О, вот так. Один кубик убрал. Так, второй убрал. И последний. Вот и все. Убирать очень здорово. Ой, а. О, рисунки. Мне нравится этот. И этот тоже. О, о. А это мой любимый. И в коробке беспорядок. Сейчас мы все уберем. Сначала придется все из нее вытащить. О, ой. С этим одеяльцем я играл в детстве. Одеяльце, и оно летает. О, нет, Тро-Тро. Знаешь, мама, я люблю убирать, но, может быть, ты чуточку мне поможешь? Ай-яй-яй, я помогу. Пожалуйста, я люблю убирать, но вдвоем веселей.